листочек и номер билет. Пишите, фамилия, инициалы, службы, АУ, УИМ и так далее. Номер билета. И сразу ответы пишите. Ручками? А вы приехали, что на стрельбище или на танк площадке? Даже вы что? На стрельбище. Вот оружие, Сень, и у работника, они как на танк площадке. Уже направить, а можно Николаевич, преступников задерживать. Девчатам отдал. Они это, Серега, там вот дежурят. Вопрос, Серега, подожди, в случаях работников милиции имеет право ежедневный осмотр. Но я же спрашиваю, подожди. Да. А. В каких случаях работник милиции имеет право принять лицензию оружия, чтобы все переписывать 15-ю статью? Применять, да, 15-ю статью, 15 при... Всю переписать? Как, вот 15-ю статью до этого самого, до... вот где применение написано, да. Не до использования, а до применения. Вот эти все 6 Маш. Пунктов. А, у меня есть? Да, да, давай. Значит, вот дальше. Я понял, в случае не могут направлять... Там дерево было надо тебе вверх, в землю. Там две девятки, десятка первая мишень.